Друзья, всем привет, я всех приветствую на своем канале. На аукционе Биток продается редчайшая икона Святая Мученица Анна и Святой Преподобный Василий Исповедник, 19 век. Заявленная цена 200 тысяч гривен. В чем ее уникальность? Давайте ознакомимся поближе с лотом. Уникальный коллекционный экземпляр 19 века. Крайняя уникальность иконы заключается в ее уникальнейшем сюжете, изображенных на ней святых. Каждый из них сам по себе очень редко встречаемый образ в иконе и огромная редкость, а оба они на одной иконе – это уникальность. Икона в кованом окладе из бронзы, нимбы, позолота, поле оклада серебрения. Сама доска в отличном состоянии. Краски тоже. Реставраций не было никаких произведено. Размеры 36 на 28 сантиметров. Объект культурно-исторического значения. Вот, друзья, такая превосходная икона на аукционе Биток. Ссылочка будет в описании. Гоу-гоу, кому интересно, заходите и покупайте.